Ну расскажи, где мы находимся. Мы находимся сейчас в прелестном городе, город-герой Ростову. Мы сейчас находимся где? Нахаловский район, да? Нахаловка. Нахаловка. Это как хорошочка. Мы Олеже делаем тату, сейчас скоро вот там еще сделаем, потом мне, надеемся, успеем до концерта. Если не успеем, то после концерта приедем. Вчера были в Волгодонске, прикольный город. Не успели его посмотреть, потому что все быстро. Братья, привет! Насмотревшись вот это американское дерьмо, там кто-то делает хип-хоп. Я посмотрел, как сделал 50 Cent, он выпустил свою воду, теперь на ней живет. Поэтому я хочу презентовать воду, которую выпустил я. Она будет скоро продаваться во всех магазинах. Это газированная вода. Так что скоро на рынках водичка. Выбор! Где иду? Олежа ушел, у него была татуировка здесь. Сейчас мы бьем татуировку первую. Бобби. Я покажу тебе Москву. Документы все четко. Держим руку на пульсе. Будем писать, пока нас не отпустят. А нас... Мы едем в Теслу. Давай. Ну что, едем? Едем. Мы, короче, готовимся. У нас минут еще 10. Мы собираемся выйти на сцену клуба Тесла города Ростова на Дону. Вот это да, фото, блядь. Рэп это мужской вид. Салют, народ! Салют. Как настроение? Это центр, правда, без одного гения. Он ушел и вряд ли при встрече нам скажет здрасте. Ну и дай бог ему счастье, привет, Басти. И это не война, не надейтесь на это. Здесь не будет литься грязь, вы так грязный куплет. Так что если вы это ваш Никто не хочет жить на помойке, ага. Никто не хочет жить на копейке, ага. Никто не хочет быть пылью на полке, когда придет время для уборки, ага. И поэтому все рвутся коснуться. Спасибо, Ростов, все круто. Ну что, как, пацаны? Как вообще? Цао, цао! Ростов, спасибо большое! Цао, цао! Цао, цао! Цао, цао!